мы видим свой репортаж из комнаты Никиты Нечинаева, который сегодня проснулся от ощущения того, что его снеговик. Как известно, 14 октября этого года назначены выборы президента кампуса ДВФУ. Никита Нечинаев – один из кандидатов президента кампуса. Центральной фишкой его избирательной комиссии является снеговик. А сколько ты делал этого снеговика? Всю жизнь. По мнению Никиты, только снеговик может объединить всю мужскую половину жителей кампуса. Дело в том, что снеговик Никиты сделан совсем не из снега. Никитина ноу-хау в том, что снеговик лепится из носков. И что ты почувствовал, когда вдруг проснулся от того, что ты понял, что он развалился? Знаете, у вас есть дело вся жизнь? Масштабная мечта Никиты сегодня была во сне разрушена. Каждому ясно, что в одного ты сможешь собрать лишь маленькую кучку никому не нужных носков. Я плачу. Мы сегодня видели, как Никита переживает за своего развалившегося снеговика. Это не слабость человека, это на самом деле сила будущего президента кампуса ДВФУ. Голосуйте за Никиту Нечинаева.